Один, два, три. Смотри, какие машины все. Катя, я там такое нашел. Пойдем покажу. Да. Так. Папа! Папа! Чего? Что это такое? Где? Что это? Мы хотим открыть. Что это? Это посылка какая-то. Я сейчас сам не знаю. Полидрон какой-то. Полидрон. Давай, открывай. Это что, от каждого по посылке, да? Да. Ну давай. Но мы не знаем, она легкая, совсем легкая. Дай мне. Бери. Легкая. Ну занеси туда, наверное. Тут места мало. Давай. Я сама могу. Можешь сама, но она тяжелая. Стой. Интересно, что это уже может быть? Мне тоже интересно. Я не могу уже, открывайте быстрее. Я готов. Так. Папа, помоги мне. Ой. Есть. И что это? Вау! Это конструктор. Ух ты, какие колесища! Ты посмотри! Хочу такую машину! Вау, и трактор, и гоночная машина, ты представляешь? А тут что? Не понял. Это два набора одинаковых, да? Это один Катя, короче, один себе, я так понимаю. Да. Смотри, какая здоровенная получится гоночная. Вот, можно сесть на нее. Или вот трактор такой тоже, ничего себе. Колесища какие. Как Катя. Большие. А у меня будет предложение. Давайте мы соберем гоночную, трактор, и потом погоняемся. Какая будет быстрее? Та, которая электронная у нас есть? Крейзи карт или вот такой вот трактор? Мне интересно, или оно... Макса выдержит вообще. Быстрее. Интересно, или оно вообще Макса выдержит? Там не написано? Тут ничего не написано про вес. Просто собрать, да. Насчет съесть, я думаю, что, наверное, не получится. Ну, Макс уже, смотри-ка, четко пошел разбор. Смотри. Крутится, да, колесо? Да. Я вам скажу, что трактор готов. Вот это трактор. Осталось к нему прикрепить колеса. Это как для Анны и Эльзы. Подожди, как? А, вот так. Вот получается передние колеса. Да. Прикольно. Мама думала, что тут гигантёныш какой-то, да? Ну посмотри на это колесо. Это больше колесо, чем у Катиной машины. О! И о! А ну-ка сядь рядом с трактором. Немножко ну, неправильно. Это? Неправильно, смотрите. Надо выше вот так. Раз. Это раз. О, смотри. Что это за трактор такой? А как в машину садится в эту? Короче, это действительно, смотри, крышу если снять. Что? Вот. Садить сюда Эльзу. Где твоя Эльза, Анна? Что, вот так смотри, надо? Видишь? Кать, так или, и получается с каталкой. Или так, или вот я тебе говорю, сюда садишь кого-то, не садишь, катаешь. Надо сюда Мурку. Или Мурку. В общем, хоть Максу и 6, но такие конструкторы нам похожи по душе. Мне кажется, двухлетний сам не соберет. Ну как это, собрать такую штуку малышу? Вот. Есть. Крышечка. Раз. Вот так. Отлично. Вот так. Ты чего Катю злишь? Посмотри, какая она злющая. А ну-ка, тебе покажи, какая ты злая. Катя шапку взяла, из места. Сейчас она вам оденет шапку, подожди. А вот так. Сейчас вы получите. Есть. Есть. О, смотри, так действительно большая? Это реально побольше? Это тебе мастя. Это маскарадный костюм этого. Катя, ты монстр. La 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 la.
Вот так. Ага. Высокая. Вот так, да? Ага. Давай второе. Та-дам! Раз. Та-дам, все. А ну-ка, готово. Показывай, что получилось. О, это уже похоже на машину, да? Круто. Что, давай под на улицу. Давай. Ой, у нас два мальчика маленьких. Собирайте. Крутая тачка. И что, не рассыпалась? Себя. А, колеса задвигаются. Смешная такая. Сейчас мы посмешим соседей. Стоп сзади, стоп! Авария. А что это у нас за малыш такой? Здравствуй, Андрюша. Я ты машинка. Вышел погулять! У меня есть машинка. Это мама! Папа! Ой, папа, подожди, это смешно! Подожди, мне надо назад! Давай, давай! Вот здесь буду начинать! А, давай, папа! Себе. Тащи, а то сейчас намокнем, промокнем! Лондон, детка! Да, идет дождь и солнце светит! Ну, цепляй, друг! На буксир! Машину, на которой, оказывается, ездить нельзя. Это колесо. На старт, внимание, марш! Вау, смотри! Вау. Вот это да! Юху! Класс! А ну-ка, а где трактор? Тащите еще трактор, где трактор? Разломалось, да? Рассыпалось? О, нет! Вот это ты даешь, Макс! Теперь прямо, и он разбавится. Прикол! А, авария сейчас будет, тормози! Только не мой велосипед! Ну, рассмешили меня. Это ты нас всех рассмешил тут. Ну, а конструктор тоже прикол, да? Да, чисто собрать и все. И что с толку с той машины? Я-то думала, он большой, можно покататься, он только запчасти от него. Смотри, Катя, он понесла что-то. Сейчас снова Катя будет вторую часть носить. Смотри, 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 это Макс. Папа как маленький мальчик с машинками на поводке. Здравствуйте. Привет. А с этой стороны будет трактор. Эй, 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 стоп! Катя ударила такая, с разгону. Ах, ты ж Катя. Смотри, и тот спрятался. Ну все, папа, остался тебе трактор. Максу вцепить два транспортных средства сзади. Ну давай. Все, теперь с трактором. Может подчинить, нет? Или так будем ездить с поломанным? Так цепите, подъедьте. Подчинить. Катя, развалила уже всю машину. Специально едет и таранит. Трактор сейчас тоже развалится. Сейчас цепим. Папа. Тятя. Почини, папа. Сейчас попробуем. Мы, наверное, смешим тут всех соседей своим поведением. Я помогу развернуться. Музычка, все как должно быть. О, привет, Катя. Ну. Все, папа, теперь твоя участь вот такая, носить гаджеты. И... Это как по ту за теперь... Со всей скоростью ко мне вперед, давай. И один, два, три. У-у-у. Смотри, какие машинища. Круто. Смотри, аж соседский мальчик засмотрелся. Короче, Макс, все. Теперь будет тебе чем играть. Трактор, машинка. Все ездят. Что, мне выехать покататься, что ли? А ну давай еще ты. Начали с конструктора, заканчиваем. Кто что есть? Ой, какой у вас велосипед. Надо же похвалиться велосипедом новым. И у вас крутой велосипед. А у вас два крутецких новых Квейклса. Ты доволен конструктором? Да. Ну отлично. Смотри, смотри, что делает. Что ты делаешь? Что? Ты куда на детском велосипеде ездишь? Стоит зря велосипед. Думаю, прокатаю его немножко. Пополнилась коллекция машин. Если нравится, ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока. Пока-пока. А
ребенка велосипед. 130-130. Скажи ему что. Ты что? Сейчас я тебя сделаю. А, машины развалились. Нет. Давай, давай, газуй. Не, не едет. О, папа, машина поцарапалась. Катя прошкрябала машину. Реально, вот, смотри. Вот это ты, Катя, выдала. Не, прикол. Ну это не шутки, это же вообще не шутки, смотри. Все. Приколистка ты, Катря.